Международный аэропорт «Владивосток» запустил прямые рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Полеты на этих направлениях будет выполнять российская авиакомпания. Авиакомпания «Nordwind» запустила новые рейсы из Владивостока в Москву, Сочи и долгожданный рейс до северной столицы Санкт-Петербурга. Рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться дважды в неделю. Вылет из Владивостока запланирован на 10:40, прибытие в Санкт-Петербург – 12:25. Обратно рейс из Питера будет выполняться в 16:30 с прибытием во Владивосток на следующий день – в 8 утра. Общее время в пути из Владивостока до Санкт-Петербурга составит 8 часов 45 минут. Первый после шестилетнего перерыва прямой рейс из Санкт-Петербурга в воздушной гавани Приморья встречали торжественно. На перроне самолет приветствовали традиционной водной аркой. Последний такой рейс был совершен в 2015 году, после чего жители Приморского края не раз задавали вопрос о возвращении маршрута. В знак запуска новых направлений почетные гости перерезали символическую красную ленточку. Стойки регистрации были украшены воздушными шарами, а первый пассажир получил подарок от воздушной гавани Приморья. Количество рейсов по популярным внутрироссийским направлениям в новом сезоне наконец даст жителям Приморского края возможность разнообразного выбора мест для отпуска. Екатерина Зверева, Олег Завялов, новости на Восьмом.